Всем привет! Выбрался на улицу как раз попробовать наш нового мини-монстра. Ну, не мини, но маленького монстра, в общем-то. Так, давайте... Сейчас я его заряжу. Так, так, так. Опаньки. Одну скрепочку уже потерял где-то. Надо сейчас будет поискать. Вот это. Кстати, это коллектор, и не забываем обкатывать коллектор. Так, куда же я делал одну скрепочку? Не вижу. А, вот она. Уже умерла. Так, включаем аппаратуру, включаем. Контакт есть. Так, куда-то он сам поехал. Возвращаем его обратно. Откалибровал немножко на пульте. Что-то, видимо, как-то не так было. И сейчас мы посмотрим, как он катает. Так, есть контакт. Все сворачивает правильно. И давайте посмотрим. Но это, напомню... Коллектор 18 или 16 масштаб. Ему сложновато, в общем, копаться в снегу. И скорость у него, конечно, небольшая. Но как первая модель, как вариант. Видите, небольшой снег он копает. В воду, конечно, лучше его не пускать, потому что он может утонуть. Жуков он крутить не может, так как мощности ему не хватает. И вот он повис. Смотрите, куча снега в нем. Итак, давайте посмотрим, что у нас теперь внутри, после такой зимней покатушечки. Ой, застряло. Так, главное не потерять. У-у-у, все печально. Так, давайте я выключу, чтобы ничего не закоротило. Здесь влагозащиты нету. Так, отсоединим аккумулятор на всякий случай. Вот, все, теперь сушиться. Да, сушиться. И можно будет опять катать. Правда, надо будет загерметить ее. Вот. Но эту машину я, наверное, герметить не буду. И пока судьбу ее еще не решил. Даже не знаю, что с ней делать. Ждать лета, чтобы переделать ее на БК-систему. Не знаю, может быть, нету смысла. Вот, так что пока даже не знаю, что с ней сделать, с этим монстром. Оу, краш-тест был. Аккумулятор вывалился. Но корка не пострадала. Смотрите, корочка в порядке. Аккумулятор обратно.
Ладно, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу и до скорых встреч.